Добрый день, дорогие друзья и зрители, это я с вами Гранат. Сегодня я, как обещал, буду играть на сам РП. И играю я таким бомжиком, продолжаю играть один. Да, один. Не знаю, почему один, но просто так спокойней. Конечно, нет друга, который может поддержать разговор, но все равно. Не знаю, сейчас приедет машина. Ок. Премии будут? За одну машину. Эко премии. Так. Понятно. Ну и сейчас мы нафармим, короче, денег. Ну, для начала мы должны будем приехать в ферме. Так что. Я вернусь, когда буду на ферме. Вот мы вернулись, и мы как в машине уже стоим, уже на подходе подъезжать к мэрии. Ой, какой к мэрии. Ладно, поедем сейчас на ферму. На какую ферму? И спрашиваю, премия сколько? Так. И они сейчас... Наглый пацан, конечно. Конечно, он сказал, что кто будет биться, то тому премии не будет. А сколько премия? Так и напишем. Сколько премии? Да. Так, ну ладно. Конечно, я ему наврал, но все равно. Как бы у нас уже некоторые запасы есть. Так что... Две машины заброшу. За эту... Так. Совершенно верно, я походу понял. Так, раньше я помню играл, раньше всем премии всегда давали, как только ты нашел, сказал премию, пожалуйста, дай. Нет, мне сразу давали премию. Сейчас все потом сходу. Так, сейчас мы в дом побежим. Эй, сори! Thanks a lot, asshole. Help me. Все. Так, мы вышли из дома и побежали к машине. Так, открой, говорит, машину. На ветру ехать. Только я сейчас скажу, закрой только машины. Так. Наш номер какой-то такой-то, ну ладно. Мы уже... все пользуются хильным домиком, так. Мы как боги сидим в машине.
на пассажирском сиденье, и чувак выбежал с автомата. Так, все, ладно. Так, ладно, валим отсюда, быстро. Короче, мы уже, походу, на подходе к ферме. Я с вами сейчас поеду. Эй, слышь ты, подожди меня. Так, поехал загружать машину. Поехали за премией. За премией, я хочу премию. Так. Так, мы поедем, короче, к этой машине, потому что она уже немножко... Блин, куда нам уже бежать надо будет? Ну ладно. Мы это учтем, конечно же. Нам бежать далеко-далеко, где земля. Срёло. Так, ладно. Это я уже отступил от темы. Так, тут какой-то такси бешеное приехало. Сейчас хотела, наверное, мне сбить всю мою... весь мой труд, конечно же. Ненавижу таких людей, которые не любят труд работающих. Ладно, бежим сейчас к этой машине, она уже немножко загружена, так что это нам плюс будет. Потому что чем больше машина загружена, тем большая вероятность, что нам дадут премию, так как быстрее, то есть нам дадут премию. Так, ждем. Так, ждем и собрали мы уже немножко, так, уже $90 у нас есть. Что, на ферме, я думаю, быстро зарабатывать, конечно, тем более, если с помощью каких-то программ, но это, думаю, что таких программ не существует, которые подходят автоматически на метку, потом от метки к машине автоматически бегут. Конечно, таких нету, но, да, возможно, есть, на все есть программы. Так, ладно, мы уже $135 собрали. Думаю, где-то около 1000 мы насобираем. Быстро. Так. Гонки дерби отконченные. Так, посмотрим, что там ради прикола. Дерби лист. Так, ладно, тут на дерби играли. Ну вот, просто было интересно посмотреть, кто сколько выиграл и как. Так. Джеймс Гетта. Томас Адамс. Так. Ладно. Томас Адамс. Такое странное имя. Вот сразу я... Так, у нас уже $225, я не знаю, или снимать мне до этого момента, или нет. Там кто-то смывается уже с нашей премии. Ладно, так хочется этого преступника убить. Но мне при этом я стану преступником. У него так мало жизни, так соблазняет этим. Я не знаю. Что тут забыл, нигер? Так. Сейчас посмотрим на часы тоже. Так. Сейчас 19:15. 9 сентября, сервер 02. Напоминаю, кто хочет помочь мне материально иногда, добро пожаловать, Агранауда Нючук мой ник. Кто хочет, кто иногда хоть раз видит меня на сервере, я даже буду вне съемки играть на некоторых... никах, это будет Андрей Данильчук, возможно, но... Наверное, я буду на этом не съемке даже играть, просто левел, знаете, на мью там до второго где-то. И...
чтобы, знаете, потому что если снимать не какими-то там урывками, не какими-то там урывками, а просто снимать полностью, как ты играешь, это очень долго выйдет. То есть это выйдет более... Если, например, хочу дойти до 12 левела, например, так это где-то выйдет очень много часов, так как до второго левела мне еще снимать 8 часов, так что это будет очень долго. Так что придется без съемки, вне съемки играть. Конечно, мне это не нравится, вне съемки играть, потому что... Но при этом тратишь двойное количество времени, если играешь на двоих аккаунтов сразу. Так что мне проще поиграть на этом, немножко часы прокачать, даже поставить АФК, например, немножко постоять. Так, МЧС, студенты медицинских заведений, приглашаем вас присоединиться к интернатуре Минздрава, требования 6 лет в штате, ПДД, уставом и знания. Собеседование будет проходить в больнице Сан-Фьера. Я не хочу в больницу Сан-Фьера ехать, да и вообще у меня левела нет, во-первых. Во-вторых, я не люблю работы, которые очень отдаленные от Лос-Сантоса, потому что Лос-Сантос — это начальный город, он процветает, он там много людей играет, там банды. А тут, то есть, а в Лос-Вентуресе, Сан-Фьера, там как бы меньше игроков. Там буквально, ну вообще очень мало игроков. Бывает, приезжают там по своим делам, но не очень хорошо играть. Например, даже если ты за ту полицию играешь, там, конечно, супер очень, потому что... я имею в виду про Лос-Сантос, потому что там народу много, можно наживиться и так далее, то есть развиться как полицейский. А в Лос-Вентуресе, например, Сан-Фьерро, там полиция как бы идет... Ну, там просто себе стоишь где-то на КПП, даже никто не проезжает мимо, никто туда не заезжает, потому что там никого нет. Вот я поэтому и говорю. Так, мы уже загрузили 600, где-то реально до 1000 дойдем, надеюсь. Уже половину того, что было, когда мы пришли, мы загрузили. Так, уже 630 долларов. Это уже неплохо, потому что мы можем себе купить мобильный телефон. Хотя он у нас может есть. Май Пхоне. Так. Пхоне. Подождите, какой 293. Сами себе показали. Так. И телефон, да, у нас есть, но как бы им пользоваться. Кал 202. Most intriguing. 946. Это настолько сделали хорошо. СМС 946. Осторожней. Иди вниз. А то кто, то не удержится. Thank you. Так, вот. Hello. И мы сейчас написали... О, новый администратор сервера. Кевин Уэйбор. Поздравляем. Ну, по-любому купил админку. Сейчас, кстати, посмотрим, сколько админка стоит тут. Правила. Так, это не то. Донат, возможно. Не знаю. Так, ладно. Слив денег. Смена пароля, команды сервера. Настройки. Excuse me. Ну, это не то. Походу, нам... Мы не можем собрать нифига, мы стоим тут уже полдня. Бывает такое, что зависает, и ты так полдня сидишь, копаясь в говне. Это очень скучно, я вам честно говорю. Но при этом мы так и не посмотрели статистику персонажа. У нас и так 0 из 8, мы даже одного часа в этой игре не проиграли. Хотя съемка уже... Если смотреть с предыдущим летсплеем, наверное, уже час есть. Не знаю. Так, будем сейчас просить премию, потому что без этого... Там что-то они разговаривают. Давай. Так, бежим. Так.
Да, попробуем сейчас выпросить. Так, сейчас я напишу, типа, я ОП снимаю. После посева вы прикалуетесь. Вы обещали одно, говорите другое. Вы обещали после загрузки. Hey, open your eyes, you damn retard. Это все на съемку ведется, и как видите, вот этот вот 300 вирт получили от человека. Он мне дал 300, вы обещали 500, а дали 300. Видите, он школьник, он даже материться не мог. Нормально, так что видно, кто работает. Ок. Все хорошо тем, что мы ведем видеосъемку, и как бы мы можем на него пруф, и так далее. Это все очень хорошо, так что сейчас мы пока просто покопаемся в говне. Я думаю, мы с этим справимся. Так. Посетите бар закусочную, узнай свою сытость, сатияйте. Сатияйте. Ненавижу голод. Мне уже все... Блин, где-то нужно сходить похавать, где-то тут есть бургерная какая-то, что-то. Не знаю. Я проголодался, реально уже скоро буду хп тратиться. Я не хочу уже сдохнуть на ферме перед зарплатой, хотел меня сбить. ДБшки. Причем читак, походу. Так. У нас уже 180, мы уже, смотрите, у нас уже 1110. А, ДБ. А, я ненавижу таких лохов. ДБ. Так, ладно. Так, подождите секунду, меня зовут. Так, мы так отойдем. И я вернусь скоро. И мы опять тут, мы уже заработали, то есть 1080. И спросим сейчас. Так. Ага. Когда посел. Так, видите, вот попросил он зарплату, он уже 3 дня играет, и как ему зарплату не дают. И просто на этом уходят просто все остальные. Так. Когда посел у него, спрашивают. Точно, школьник, не хватает времени и денег на. Так. There's plenty of room. Well, excuse me. Можно к вам на работу? I will not spill your red fluid. Они, оказывается, не по этому вопросу, извините, что еще. Так. Фининфо. Наконец-то. Партнера нет. Баланс банка. Не дофига денег. Цена зерна. Зерна засеяна. Так. Картофель. Когда посел? Так.
А не знаю, так зерно. Хотя ясно, когда будет посел. Хотя просто я глупый вопрос задаю, но мне нужно садить. Так, сэр, можете отвезти поесть? Я холоден. Он спросил меня. Дайте еды. Так, еды. Так. Дайте еды. Ладно. Есть. Еда. Так. Спрашиваем вас, есть еда? Куда-то, а вот мы тут зарабатывали деньги, так. Так, мне нужно за едой уже. Я уже теряю здоровье. Так, возможно, тут где-то близко есть источник еды. Но это источник еды, походу, очень далеко. Так, ладно. Загружаем, так. Так, блин. Так, сэр. Скажу, сэр. 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 Плохую машину. Come on, let's see what you got. Дайте. Еще одну машину дадите, спрашиваем мы. Do that again. Спасибо. Так, мы до этого еще и 300 лет заработали. Так. Сэр, еще одну машину загрузили. Сэр, 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 я еще одну машину помог загрузить. Идите, забирайте. Так, видите, нам еще 300 вен дадут. Школьники пишем, конечно. You do not understand. Oh,
inbred or something? You can't see me? Get out of here! Заодно я видео записал. Там видно, что я три машины загрузил. Так. Шестьсот пятьдесят три. Халатность своим подданным обещал премии, а не выдал. Так. Так, все. Идем к нему и говорим, что мы три машины загрузили, потому что и я тебе ссылку на канал дам. Try reading the green next time. Там видно, что я три машины загрузил. А вы дали прям только за две. This better not affect my swing. Так. Давайте, блин, давайте, давайте деньги. Эй. Ладно. Все узнаю о вашей первой. Эй, watch it, ugly. Я проситься не буду. Так, все узнают о ихней ферме и так далее. Так. Мы прибежали вот сюда вот и начинаем тут копать говно. Говно мы копаем очень долго уже. Я не хочу просто идти сейчас просто забирать свои деньги, те, что я заработал. Во-первых, из-за того, что я еще могу немножко подзаработать. Во-вторых, из-за того, что посева можно подождать. Я просто не хочу этот летсплей очень долгим делать, потому что это будет очень нудно для моих зрителей. Они просто не переварят. Я же там, не, например, не какой-то ложка, что каждое видео, которое больше 10 минут, оно божественно для всех. Мне, блин, наоборот, чем короче, тем больше вероятность, что его посмотрят полностью. Вот, то есть, чем меньше, тем больше вероятность, что его посмотрят полностью. Вот, например, сделай какое-то видео на одну секунду, они просто его даже выключить не успеют, они его принужденно посмотрят. А вот, например, если сделать видео уже на 10 секунд, они определенно, увидев первые 2 секунды, могут выключить видео просто. Это уже. Да, и мои подписчики явно, что не уважают меня, это... Ой, да какие там еще подписчики, у меня всего лишь их 300. Но все равно я этим горжусь, что я добился уже хотя бы такой аудитории. И вообще я люблю своих подписчиков. И у меня, например, там миллиарды подписчиков не надо. Потому что миллионы хотя бы. Потому что я снимаю не ради денег, а снимаю ради своих подписчиков. Да еще и какие деньги. Знаете ли, я вас умоляю. Так, я сам начал тему, сам себе начал отвечать, но это... Какая-то легкая помешанность просто. Так, они просто ходят, видите? Видите? Так, говорю. Сэр. Я загрузил три машины. А вы дали прем только за две. Не... Честно. Попытка ДН. Ну, если это попытка ДН, так что
У меня есть видео, это видео, я не постесняюсь, выложу его всем зрителям, всем админам и так далее. Я его вообще могу сейчас в челюсть уломить и убежать. Что я, наверное, сейчас и сделаю. Тем более я летсплей этот закончу. Так. Что ты тут ошибаешься? Я каждый день сижу и могу посетителя взять. Каждый день сижу. Он сидит где? В тюрьме? На толчке? Или... Ну ладно, все. Я молчу. Так, мы загрузили уже 215 зерна. Да, нам их сейчас хватит. Так, так, все. Бежим. Утром урожай. Они прикалываются, короче. Не сказали, что финфо. Финфо. Так, цена зерна. Да, до посева еще дофига. Так что мы после сейчас возьмем и завершаем работу. И у нас уже дофига денег, конечно же. На этом я летсплей свой закончу, да. Нет, я закончу все-таки на позитивной ноте, так что подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, комментируйте, приглашайте своих друзей, зовите их, привлекайте аудиторию и так далее. Всем спасибо за просмотр, всем пока. Всем пока.